Нынче Пасха, праздник светлый, в этот день Христос воскрес и для каждого при этом отворил врата небес. И за дар спасения чудный мир Христа благодарит, и в моем сердечке юном радость пламени горит. Мой Христос восстал из гроба, аллилуйя, слава Богу! Днем спасения ей свет, жалы смерти больше нет. Наша церковь поздравляем с Иисусом воскресенье, счастья, радости желаем в этот ранний час весенний. Дорогая церковь наша, камень на скале спасения, радуйся, сегодня праздник Иисуса воскресенье. И Отец послал к нам Сына, и любовь свою явил, чтоб что на Христе страдая, наши все грехи простил. Умер в страшных он мучениях, но на третий день воскрес, и эту истину святую нам послал Отец с небес. Буду в Боге веселиться, буду с радостью молиться. Иисус воскресший мой дал мне счастье, Он живой. С Ним не страшно мне в дороге, с Ним забуду все тревоги. Принимаю жизни дар, что мне Бог воскресший дал. Я знаю точно, Он воскрес, а знаю я не понаслышке. Прочел в одной чудесной книжке, в которой много есть чудес. Но это чудо, вам скажу, под силу Богу одному. Ведь только Бог Иисус Христос страдал за нас и смерть понес. Но показав любви учение, Христос воскрес. И воскресение, вот это чудо из чудес. Я знаю точно, Он воскрес! Давайте еще раз дадим больше славы Богу, церковь! Аллилуйя! Давайте мы поднимемся, церковь! Христос воскрес, церковь! Христос воскрес! Христос воскрес! Давай еще больше дадим славы! И, конечно же, давайте мы повернемся, поздравим друг друга и скажем: со светлым Христовым воскресением тебя, дорогой брат, дорогая сестра, аллилуйя. И Слово Божье говорит, что со Христом воскресли и все мы, аллилуйя, для жизни, аллилуйя, слава Господу. Мы умерли со Христом для смерти, для проклятия, для болезни и воскресли для жизни, для здравия, аллилуйя. Давай еще прославим Бога, воздаем еще громкие аплодисменты, аллилуйя. Слава тебе, Иисус! Слава тебе, Иисус! Слава тебе, Иисус! Слава тебе, Иисус! Аллилуйя! 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 Слава Господу! И скажи еще кому-нибудь, будь благословен в этот день особенно. Аллилуйя! Принимайте сегодня в этом дне все благословения от Бога, все подарки, которые Он приготовил сегодня. И мы будем торжествовать и ликовать. Аминь. Давай еще воздадим славу Богу. Божий народ взывает.
спасения. Победил он грех совсем. Только ты ему доверься и раскайся, и поверь. Для царя и Бога сердца ты открой скорее дверь. За тебя страдал Спаситель, кровь святую проливал. Он теперь твой искупитель, он тебя к себе призвал. Примешь ты или откажешь, выбор только за тобой. Боль греха и в сердце тяжесть, или прощение покой. Славь его ты в этот праздник, улыбайся и светись. Благодарен будь и кайся, а не в суете кружись. Куличи, посыпки, яйца и пустая беготня. Бог не этого желает в праздник Пасхи от тебя. В день Христова воскресения ты задумайся о том, получил ли ты спасение, чтоб жить в небе со Христом. Жизнь обрела новый смысл.
Вечно побеждена. Жизнь распятая злом и болью, воскресением возрождена. Как молчать не о всем, что было, и о том, кто победу принес, что великим умам не под силу совершил Иисус Христос. И не тщетно мое упование, ведь воскресший сегодня жив. Верю в жребий святого избрания после жизни, дающий жизнь. Верю в это воскресшее счастье, подарившее миру мир. Если хочешь быть к небу причастен, то отвергни неверие миф. И бессмертие душу наполнит, и откроется вечность дверь. Только ты воскресение помни, только ты воскресение верь. Этот праздник нет больше в мире, радость неба и солнца видна. Улыбайся сегодня шире. Смерть навеки побеждена. Везде творение твою руку,
за все то, что ты мне подарил. Любовью вечной меня пленил. Я желаю полить тебя и рассказать, как я люблю тебя. Ты один лишь достоин всей хвалы. Достоин ты хвалы. Боже, за что ты так любишь? За что? Славу всю
троне сердца моего, и царствует царь жизни моей, царствует царь жизни моей. Аллилуйя! Переполнены Твоей любви, и пусть Твоя любовь проистекает по этой земле через Твоих детей. Боже, заполняет каждые улицы и дома, селы и поселки, города и селения, континенты и штаты, острова. Твоя любовь. Обилие Твоей любви не было места страхам, проклятиям, разрушениям, депрессиям, унынием, самоубийствам, болезням. Пусть Твоя любовь, Господь, заполнит нашу планету, Господь, наши страны, города и села, чтобы мы были погружены в Твою любовь, Господь. Скажи еще для себя, если ты нуждаешься сегодня в исцелении, скажи: Иисус, ты мое исцеление. И я беру сегодня свое исцеление, потому что ранами твоими я исцелен. Если тебе сегодня нужна свобода от чего-либо, скажи: я беру свою свободу, потому что ранами твоими я освободился. Также я говорю: будь свободен от греха, потому что кровь Иисуса Христа была пролита, чтобы ты мог быть свободен от всякого греха. Аллилуйя! И давай, церковь, воздадим ему еще огромную славу и огромные аплодисменты! Сегодня будет у нас необычное поклонение Богу, не такое, как вы привыкли всегда слышать или видеть. Поэтому больше сегодня хочется, чтобы в этом поклонении мы имели это личное переживание с Богом, это общение. Поэтому присядьте, пожалуйста. Аллилуйя. Аллилуйя. И перед тем, как у нас это поклонение, оно будет сегодня в танце. Мы хотели передать в танце то, что Христос сделал для каждого из нас. Потому что на самом деле, иногда, знаете, мы не осознаем всю глубину и целостность того, что Бог сделал. Невероятную свободу Христос принес каждому из нас, чтобы мы жили, чтобы мы не умирали, но чтобы мы жили. Аллилуйя. И Колоссянам 2 глава, 13 стих написано: «И вас, которые были мертвы во грехах и в необрезанной плоти вашей, оживил вместе с Ним, простив нам все грехи».
истребив учение, бывшее о нас, рукописание, которое было против нас. И Он взял его из среды и пригвоздил ко кресту, отняв силы у начальств и властей, властно подверг их позору, восторжествовал над ними собою. Поэтому, дорогая Церковь Божья, дорогие сыновья и дочери, Бог, Иисус Христос принес нам свободу. Аллилуйя. Давайте мы воздадим Ему еще славу, аплодисменты. Давайте просто скажем: Иисус, спасибо Тебе. Иисус, спасибо Тебе, родной. И то, что сейчас будет происходить здесь, на этом месте, настройте свое сердце. И пусть Дух Божий просто течет в ваши сердца и производит свою работу.